Всем привет, дорогие зрители, с вами я, Макс 568, на канале Максим Орлов. С вами я, Макс 568, и у меня камера скользит, потому что я в неудобном положении. В общем, сейчас, секунду, это видео будет про то, видео будет выходить, наверное, каждый день. Это видео будет про то, как я живу. Ребят, не бойтесь за меня. Мои одноклассники. Потому что я себя чувствую хорошо, у меня ничего не болит. Я хожу в корсете и лежу на поднятой кровати. Спасибо, что вы скинулись на вот такой вот прекрасный столик. На нем у меня стоит компьютер. А вот сам столик. Ну что ж, чувствую себя хорошо. И, пожалуйста, напишите в комментарии. Вот у меня есть лизун. Ну, вы знаете, вон, можете видеть, там лизун стоит такой в бочке. Если вам не трудно, напишите, пожалуйста, в комментариях, что будет, если его высушить. Но если его намочить, то будет плохо. Он будет липнуть к рукам. Есть лизуны для чистки клавиатуры, которые из Китая, я смотрел видосики, они совсем другие. А этот лизун тоже совсем другой. Те лизуны именно как лизуны, а этот лизун как слизь. Ну вот, и в этом проблема. Я его намочил, и он липнул ко мне к рукам. Я банку, у меня на кухне, она сейчас сушится, а тут лизун без крышки тоже сушится, чтобы его высушить и стать как лизуном для чистки клавиатуры. И он высушится и станет лизуном как для чистки клавиатуры. Ну что ж, видео это очень короткое. Так что с вами был Макс 588. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Вам не трудно поставить лайк, а для меня лайк это выпускать новый, это стимул выпускать новые видео. Ну что ж, с вами был Макс 588. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, рассказывайте друзьям. Ну и все, вот мое видео подошло к концу. Всем удачи, всем пока!